Привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре «Мой говорящий Том». И в прошлой части мы делали из нашего котика зомби. Кроме того, друзья, достигли 666 уровня. И по просьбам подписчиков я сделал вот такого забавного Тома. Сегодня, друзья, мы опять же будем делать нашего котика согласно ваших отзывов и комментариев. И подписчица с ником Таня или мой Том 2 попросила, чтобы я надел шерсть культурист, наряд спортивного фаната и спортивный интерьер. Что ж, друзья, давайте-ка мы это сделаем. Уберу-ка я глаза зомби, уберу шерсть зомби и попробуем найти вот шерсть культурист. Посмотрите-ка, на какой же он крутой у нас будет. Вот должны появиться очень мощные мышцы. Итак, ищем нашего котика культуриста. Где-то здесь он должен быть, если я не ошибаюсь. Да, друзья, вот он, шерсть культурист. Ну что ж, выглядит круто, выглядит здорово. Еще давайте-ка поищем костюм. Культурист, наряд спортивного фаната. Вот, наряд спортивного фаната. Интересно, как это выглядит. Вот так, наряд спортивного фаната. Ну что ж, замечательно. Вот, забавный, необычный Том. Ну и, конечно же, друзья, давайте-ка сейчас все сделаем в спортивном стиле. Итак, начнем-ка мы с костиной. Вместо вот жуткого дерева я поставлю ворота. Где-то здесь они должны быть, да. Вот спортивные ворота, отлично. Нужно еще нам спортивные кресла в виде мешка. Это спортивные кресла-мешок в виде футбольного мяча. Ну, как-то так. Отлично, жуткий коврик я поменяю на спортивный ковер. Интересно, как он будет называться. Коврик, футбольное поле, отлично. Кроме того, пол я тоже попробую заменить, скорее всего, на какой-то спортивный газон. Итак, да, спортивный газон, отлично. Вот, супер. Ну что ж, друзья, осталось только внести изменения в обои. Вот, попробую что-то найти спортивное. По-моему, есть обои с волейбольными шариками. Или какими-то. Вот, по-моему, что-то должно быть. Да, вот, смотрите, друзья. Вот, всякие мячи, обои. Футбольный, волейбольный, вот, баскетбольный. И там, американский даже. Ну что ж, замечательно. Плюс еще и сменим картинку с жутким привидением на что-то спортивное. Это у нас спортивная картина. Вот какая-то элитная форма какого-то футболиста. Ну что ж, круто, здорово, выглядит Том достойно. Ну и сейчас давайте-ка, друзья, я еще внесу изменения в кухню. Вот, кстати, надо будет покормить его здоровой пищей. Очень жуткую стойку я поменяю на спортивный стол. Кстати, как он завелся, интересно. Спортивный стол 33 ярда, отлично. Вот ищем обои, вот какого-то такого футбольного, не футбольного, а спортивного стиля, да, отлично. Вот, кстати, что-то у меня не получилось, что-то не сработало, скорее всего, я, друзья, случайно отменил. Вот сейчас еще раз попробуем найти и активировать. Итак, где же наши спортивные обои? Вот они. Здорово. Итак, еще осталось внести изменения в окошко. Попробую найти окно на стадион. Отлично. И вот еще нужен нам спортивный холодильник в виде американского мяча для американского футбола. Ну что ж, замечательно. Все тоже у нас здесь круто получилось. И еще, друзья, давайте-ка я внесу изменения в ванную комнату. Итак, попробуем сделать все в спортивном стиле. Вот, унитаз, спортивный унитаз, кольцо. Отлично. Вместо заслонки у нас будет спортивное табло. Вот, коврики я поменяю на какой-то вот в виде баскетбольного коврика. Вот, мяча, коврик. И еще нам нужны какие-то спортивная плитка. Баскетбольный кафель. Это все зовется. Итак, в другую сторону я попробую сделать вращение, чтобы найти те обои, вот спортивные синие обои. Ну, как-то так. Итак, смотрите, как забавно это все выглядит. Итак, Том на стадионе, зашел в туалет и как бы делает свои дела. Вот, ну что, прикольно, забавно, интересно. И еще осталось только нести изменения в спальню. Тоже мы попробуем все сделать здесь, все в спортивном стиле.
Итак, ночник я поменяю на что-то физкультурное. Итак, лампа, спортивный кубок. Отлично. Очень жуткую постель мы меняем на спортивную. Вот где-то здесь спортивной постели на белье в клетку. Отлично. И койку я поменяю на спортивную машинку. Вот, кстати, как она зовется? Вот спортивная гоночная кровать. Ну что ж, это смешно. Итак, жуткую дощечку давайте-ка я поменяю тоже что-то на связанное с спортом. Это у нас полка чемпиона. Отлично. Ну вот, и осталось только нам поставить спортивные синие обои, и всюду у нас все будет сделано в спортивном стиле. Вот. Итак, спортивные синие обои. Ну что ж, круто, здорово, только наш тот какой-то весь грязный, вокруг него мошки, поэтому давайте-ка я сразу же его вот покупаю, вот сделаем множество мыльной пенки, смоем это все, и тогда уже попробуем покормить нашего героя. Итак, Том просит банан. Кстати, для спортсмена лучшая еда. Это бананы, кто не в курсе, вот... Много вот всевозможных полезных веществ. Вот, кроме того, захотел и брокколи. Сейчас найду тебе брокколи. Правда, не знаю, насколько она вкусная, но то, что полезное, это однозначно. Итак, вот она. Вот она, брокколи. Ничего себе! Итак, Том 100% накормлен. Правда, это почему-то не добавило ему настроения. Поэтому давайте-ка вот таким вот забавным движением я попробую поднять ему настроение. Ой-ой-ой, друзья, что это было? Вот где-то взялся мячик и пнул нашего Тома. Да, ничего себе, друзья, оказывается, в этой форме я даже, друзья, не знал, что можно в Тома вот забрасывать мячами. Вот интересно, друзья, кто в курсе, а есть ли вот подобная фишка у других в костюмчиков? Как видите, здесь в костюме фаната мы просто забрасываем его футбольными мячами. Кстати, настроение его не особо поднялось. Ну что ж, это все здорово, это все круто, это все прикольно, но нам, друзья, надо выполнить сегодняшнее задание. А сегодняшнее первое задание – это игра в футбол. Кстати, как тему? Том спортсмен, Том футболист, и первое задание – это игра в футбол. Итак, что-то как-то никак не удается забросить гол Джинджеру. Есть, ну первую банку забили. Сейчас попробую запинать вторую. Отлично. И третья. Ай, друзья, третью я сам себе забил. Вот, есть. Итак, удалось победить. Удалось забить мяч Джинджеру. А теперь с Хэнком. Есть. Первый мяч забит. Вот, давайте-ка, друзья, второй. Отлично. Вот, кстати, как здорово у нас получилось с Хэнком. И еще как-то так. Да, да, да. Ну вот, теперь с Беном нужно будет попробовать справиться. С Беном уже сложнее, но пока все у нас неплохо идет. Ай-яй-яй-яй. И да, да, второй мяч. И, друзья, мы получаем золотой ключик. Вот есть возможность еще сыграть с Анжелочкой. Ну, давайте, друзья, я попробую. Вот Анжелочки, ой-ой, друзья, вместо Анжелочки я сам себе запинал мячик. Вот, а ну-ка вот так. И еще как-то... Да, да, да. Ну, думаю, друзья, этого пока будет достаточно. Вот, замечательно. Итак, первый ключик удалось нам добыть. А сейчас давайте-ка попробуем выполнить следующую миссию. Следующая миссия – это игра в дорогу. Вот, будем играть за известного вот героя, искателя приключений, Индиана Джонса. Вот, будем стараться сейчас перепрыгивать всевозможные препятствия. Итак, должен проехать поезд. Вот. Ого-го. Итак, каменные глыбы. Вот ждем и перепрыгиваем. Ждем, пусть пройдет поезд. Отлично, ждем. Замечательно. И давайте-ка, друзья, я вот как-то вот так переберусь через препятствие. Ох, ничего себе, куча крокодилов. Но я попробую через них тоже перебраться. Вот. Итак, бревна. Вот, замечательно. Вот, ждем. Пусть пролетят стрелы. Ой-ой-ой, друзья, вот так, да, да, да. Удалось довольно-таки неплохо забраться, отлично. Ай-яй-яй, друзья, вот поспешил немножко, попал под поезд. Но второй ключик мы собрали. Вот, замечательно. Итак, все прошло довольно-таки неплохо. И третья миссия. Вот, довольно-таки забавная игра, в которой надо просто собирать вот такую вот коллекцию шариков, и тогда они будут взрываться. Итак, попробую объединить. Да, вот удалось объединить три шарика. Еще три шарика.
вот ищем еще комбинацию разных шариков, вот, и они тогда взрываются. Супер. Итак, еще фиолетовые шарики. И да, третий ключ собран. Ну, давайте-ка, друзья, еще подорву вот неплохих шариков. И думаю, в принципе, на этом можем заканчивать. Да, в принципе, я считаю, неплохо сыграли. Вот, замечательно. Итак, идем с вами дальше. И давайте-ка попробуем выполнить следующую задачу. А следующая задача, и это игра. Вот, это игра полет. Вот, кстати, давайте-ка попробуем. Вот, отлично. Вот, здорово. Ох, как неплохо полетел. Но, к сожалению, друзья, врезался в четвертую колонну. И нам зачислили проигрыш. Жаль. Очень здорово все классно прошло. Но, к сожалению, не так классно, как я ожидал. Ну что ж, друзья, вот, выполнили мы все задания. А сейчас супер приз. Итак, откройте сундук, которым нас вот, ожидает приз «Зелье бодрости». Просто-просто чудесно. Ну что ж, друзья, как бы выполнили мы сегодня все задания. Вот, выполнил просьбу подписчицы. Вот сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, какого тома вы хотите увидеть в следующей серии. Я буду действовать по большинству голосов от наших подписчиков. Либо по просьбе, вот по большинству голосов, либо... Вот выполню просьбу первого подписчика, который напишет. Ну а на этом сегодня уже прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч!